Привет, YouTube. Пора анбоксов. Ну, проще говоря, сегодня мы с тобой посмотрим, что мы с тобой покушаем сегодня, завтра или когда-нибудь. О, видишь, Пизанская башня. Пизанская, потому что, во, она падает. Поэтому Пизанская. Я уже не совсем помню, что я заказывал здесь. Вообще, я только вчера или позавчера тебе показывал, что я на 5000 русских денег купил тебе контента. Ты подумаешь, откуда у Макса нахрен деньги? Блин, он 20 тысяч, у него пенсия. Он откуда берет деньги на все это? Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя. Кредитная карта нам в помощь уже. Но это то, что мы долго просили, как бы. Купи это, Макс, купи это, купи это, купи это, жопу лупи, блин. Я разве могу то-то-то-то-то-то-то-то-то тебе купить? Постоянно, блин. Ну вот, смог. Не совсем помню, что еще раз говорю здесь. Примерно помню. Так, приблизительно. Ну, что такое анбокс? Это не обзор, я цены особо говорить не буду. Спойлерить пока тоже не буду. Потом я тебе общие цены покажу на весь товар. Понимаешь? По миру Макса пускаешь уже. Это купи, Макс, это купи. Туда купи, сюда купи, вон там купи. Вот это купи. Купи мне, купи мне, купи. Вот тебе Макс покупает, а покупает, а покупает. Мы видим здесь две маленькие коробочки, две большие коробочки. Они прям во. Ну что, приступим, пожалуй. Вскрывать чем будем? Ну, в вскрытии нам поможет наш друг. Етага нога. Очень опасный. И бойта Самура. Вот Илья Сакача. И славный дружин нам тоже такие присылал. Но подарочный набор, там вообще богатый он. Давай с маленьких начинать, наверное. Ты далеко как-то стоишь сильно. Очень опасные ножи. Покупки реально по просьбам подписчиков, то бишь вас. Одну открыли. И здесь всего одна лежит, один фигурант. Это соус Булдак, божественнейший соус. И одна коробка пустая осталась. Но, одна как спойлер пришла. Я не стал тебе сразу показывать. Это еще одна бутылка Булдака. Потом я тебе поближе все покажу. Ну и здесь я уже знаю, что лежит теперь. Либо... Тут понятно уже, практически спойлер, ё-моё. Мы с тобой будем пробовать из обычной какой-нибудь дешманской лапши делать бульдак лапшу. Да, тут третья бутылочка бульдака находится. Большие коробки остались. О, тут побольше уже лапши. И это я должен близко показать тебе. Сейчас ты будешь в восторге. Это целая упаковка трепихи. Видал? Все-таки мне не нравится, как ты стоишь там далеко. Вот так. Как мы смотримся? Целый мешок трепихи, ё-моё. Это я понимаю. Едьба. Это пустая. Я говорю, сейчас пенсию получу, я ее сразу всю на кредитку закину и... Финита ля комедия. Как Курпатов говорит, Андрюха. А, вот, все, вспомнил. А этот пак весь, вот этот весь пак, я всего из-за одной этой купил, из-за одной лапши. Да? Из-за одной лапши всего купил. Сейчас покажу из-за... Нет, в последнюю очередь покажу, из-за какой купил. Тут тоже 3XP лежит, но я не из-за нее купил. Вкусненькая лапшичка чиз, не менее вкусная лапшичка кимчи. Что? Что такое, дорогой? Я сейчас только осознал, по-моему, у Грилькова последний видос, который был, там тоже эти 4 лапши были. И вот именно такой набор он возъедал сразу за раз. Где у него еще горело ничего 3XP, что мне показалось очень странным, весьма. Очень долго я искал ее, вы ее просили, ее нигде не было, и нашел я ее только в наборе. Вот она! Вот она! Хабонеро лайм, бульдак. Это то, что я еще не пробовал, и ты тоже, следовательно, вместе со мной. Но еще одна осталась, лапша, которую я не пробовал, это чикен айс. Холодная курица, синяя пачка такая, ее вообще нигде нет, ни в наборах, ни в хренолах, ни во в чем. Все. Вот оно весь анбокс. Вот в общем, братцы. И там.
Но там божественная тема. И дорогая весьма. Весьма дорогостоящая тема. 3 XP-сити альбом есть и есть. Буду тебя кормить и кормить. На нож наткнулся, ё-моё. Значит, давай резюмировать. Мы сегодня с тобой просто посмотрели, что мы с тобой покушаем сегодня, завтра, ну или когда-нибудь. Дело в том, что вот эти соусы, я сделаю отдельный обзор на все 3 соуса. С Любовью Геннадьевной вместе возъедим. Вот на это совершенно отдельный обзор будет. Ибо это хабанера лайм. Я сам не возъедал еще ее. И вообще тут написано New Ghostbusters, короче говоря. Остальное мы с тобой все вроде как ели. Вот это не помню, ели или нет. Теперь у нас последних много будет. Вот смотри, по цене, это общая цена. Можешь подсчитать, если на калькуляторе. На калькуляторе или на конкуляторе. Как правильно, конкулятор или калькулятор? Калькуляция, конечно, не конкуляция же. Можешь подсчитать, во сколько это обошлось. Ну, мне надо это. У меня тот обзор пожирателей-любителей лапши обошелся вместе с китайскими ништяками в 5000. И вот этот. Ну, просто сейчас это. Гроши получу, засуну в кредитку и... Финита-ля комедия. Но я рад, что я решился на это. Соусы вы просили на обзор, они уже были, но не все. Были частично. 3 XPC я тупо люблю просто. Я хочу. Да не хочу, а люблю. И хочу всегда. Хочу всегда ее. У нас теперь ее много с тобой. И на это я тебе уже сказал. Совершенно отдельный свой видос будет. Чиз. Это не 4 сыра, которые, это просто чиз. А вот просто-то чиз мы, может, с тобой и не ели. А не может быть. Томату ели. Все божественно вкусное. Это все просто божественно. Не просто божественно, а божественно вкусное. А вот эти дела мы потом пустим, если я найду такой же толщины структуры и диаметра лапшу. Я примерно знаю, какую-то чанрамен похожая. И она тоже для варки. Может быть, можно даже свой делать этот. Братцы, у меня такая, блин, мысль и просьба огромная. Может быть, кто-то знает ингредиенты, из чего состоит бульдак. Не все. Все знают самого главного. Вот как его делают? Что там есть? Что? Что там, понимаешь, вообще есть? Берем сначала укропу, потом кошачью. Я искал, нигде нету полного описания рецепта этого соуса. А у них свой особенный вкус такой. У всех бульдаков там вот эта нотка в соусе, она... Хоть острая, хоть не сильно острая, но вкус вот этот сам, вот этот аромат, он особенный какой-то. Что-то в нем есть. Есть одно но. Что они туда кладут? Или ложат? Кладут. Как наклали, ё-моё. Ну, короче, братцы, вот это дело, все, мы будем разъедать перед тобой. Ты просил? Слушаю и повинуюсь. Я... исполняю желания, исполнители желания. Кстати, фильм классный, исполнители желания. Посмотри, бойся своих желаний и бойся донатов, дары приносящих. Так что вот. Но мы сегодня с тобой посмотрели, что мы с тобой покушаем сегодня, завтра или когда-нибудь. А теперь всем спасибо, все свободны, как говорится. Это моя вейп-студия когда-то была, Первого канала, если кому-то интересно. 10 лет я не курю уже. Табак. Раковая палочка. Вообще лучше ничего не курить, не это и все. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. И во все, береги себя и смелись, здоровья всем. Сайонара. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.